победе вручается грамота имени Кубок команде «Орбита». Команда «Орбита» Ларионов Антон. Передайте, пожалуйста, благодарность за то, что он собрал команду и до конца боролись. Спасибо, команда «Орбита». Ну и сейчас на заседании главной судейской коллегии буквально вот 5 минут обдумали, решили наградить лучших игроков. Лучший вратарь открытого чемпионата Ганцевского района признан Синько Артем, команда УФА. Лучшим защитником открытого чемпионата Ганцевского района признан Павлович Сергей. Хорошую игру показал. Команды. Спасибо. Лучшим нападающим за 15 мячей в этом сезоне признан Александр Тарасеня. И лучшим игроком 2021 года мини-футбола. Все, наверное, видели, все, наверное, знают, как он старался, как он тянет команду, как он борется за команду, как отдается футболу. Мелиховец Юрий, команда ПВС. Награждается грамотой, дипломом. Третье место занявшая команда. Команда «Сатурн», город Ганцевичи. Не уходи. Также в этом году хочется отметить игрока, как говорится, старейшего человека в этой команде, одного из создателей этой команды. Капитан команды Ерчак Сергей награждается грамотой. Ну и просим команду за третье место. Команда подходит. Не стесняется. Потом быстро. Спасибо. Все, спасибо, команда «Сатурн». Дипломом второй степени награждается команда ПМС, занявшая второе место в открытом чемпионате. И также хочется отметить тренера этой команды Мурашко Илья за то, что он посещает все команды. Надеемся, скоро увидим тебя на поле. Так, сегодня награждается команда ПМС на место второе место. Лучшим людям района.
Спасибо, команда. Награждаются новички нашего турнира в этом году. Надеюсь, что в следующем году и дальше вы также будете посещать наш город и наши турниры. Надеемся увидеть вас еще на большом футболе. Возможно, мы летом с вами встретимся тоже на наших полях. Команда Wood Place, первое место в открытом чемпионате. Ну и мы хотим ответить человека, которого сейчас нет здесь, он болеет, но он очень-очень старался, очень-очень много раз заходил, всегда интересовался и давно уже был готов играть. Швайка Николай, передайте, пожалуйста, ему грамоту. Еще и лучше вратарь сезона.